Самая обсуждаемая тема во всех международных СМИ – COVID-2019. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 44 тысяч человек. Но есть обнадеживающая информация. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, темп распространения эпидемии замедляется. В целях поддержки усилий китайской страны по борьбе с этой инфекцией, а также обеспечения совместных мер по ее преодолению, согласно распоряжению главы нашего государства, в Китайскую Народную Республику направлена гуманитарная помощь. Известно, что коронавирус, распространившийся в городе Ухань, провинции Хубэй, находится в центре внимания мирового сообщества. Проводится планомерная работа по ликвидации инфекции в Китае. Наша страна также не остается в стороне и оказывает посильную помощь в преодолении опасного заболевания. Согласно распоряжению главы государства, в целях поддержки усилий китайской стороны по борьбе с распространением коронавируса, в КНР перечень направляемого груза включает в себя наиболее востребованные в настоящее время в Китае изделия медицинского назначения. Одноразовые медицинские перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица, медицинская специальная форма, медицинские маски и марли. Министерство по чрезвычайным ситуациям несет ответственность за формирование и доставку этой гуманитарной помощи. Наша страна является одной из самых таких близких друзей и близких партнеров Китайской Народной Республики. И с этой точки зрения, конечно же, мы оказываем как моральную, так и, так сказать, материальную поддержку, практическую поддержку нашим китайским друзьям. Об этом и свидетельствует, в частности, вчерашнее соответствующее решение главы нашего государства, уважаемого Шавката Мирамановича Мирзиёева, относительно оказания гуманитарной помощи Китайской Народной Республике. И вот сегодня как раз-таки вот эта гуманитарная помощь будет направлена в Пекин. Вот сегодня здесь мы получили гуманитарный груз от уважаемого президента Шавката Мирамоновича Мирзиёева именно китайскому правительству и народу. Это очень трогательный момент. У нас в Китае есть такая поговорка, что друзья должны помогать друг другу именно в беде. И друзей познается в беде. В этот момент мы чувствуем сильную и такую бескорыстную поддержку от уважаемого президента, от узбекского народа и правительства. Это мы очень высоко ценим. Выделен грузовой авиаперевозчик для доставки гуманитарных грузов в Китайскую Народную Республику. На борту также находится наша съемочная группа. И мы будем информировать вас о подробностях в следующих выпусках новостей.